Больше 1000 гектаров охвачено пламенем в горах Алтая, а также в Глубоковском и Курчумском районах Восточно-Казахстанской области. Крупные очаги пытаются локализовать свыше 300 десантников Казавиалесоохраны, подразделения ДЧС и МВД. За минувшие сутки число огнеборцев возросло втрое. В труднодоступной горной местности работают сменами и ночуют там же, в горах. Расслабляться нельзя, потому что пожары приближаются к пригородным поселкам. В частности, горят сопки у села Каменный карьер. К месту ЧП добрались и наши корреспонденты. Вячеслав Ветлугин на прямой связи со студией. Слава, какая сейчас обстановка на месте? Слава, вы в эфире. Какая сейчас обстановка на месте? Расскажите. Алло, студия. Да-да, вы в эфире. Здравствуйте, Гульнара. Сейчас мы находимся в селе Каменный карьер Глубоковского района Восточно-Казахстанской области. Буквально вот здесь, за этими сопками, уже бушует сильный лесостепной пожар. Кстати, сейчас к месту ЧП уже перебазировались свыше 300 спасателей, полицейских. Здесь же на подмогу пришли порядка 200 солдат Национальной гвардии. Тут же в автобусе развернут оперативный штаб. Все решается очень быстро. Территория пожара, кстати, оцеплена по периметру. Зевак сюда не пускают. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям убеждают, что ситуация находится на контроле. И пока что дачным массивам и жилым домам ничто не угрожает. Вот сейчас я хочу подойти к пресс-секретарю департамента по чрезвычайным ситуациям Марине Лесковой. Марина, скажите, как сейчас все-таки здесь идет мероприятие по обезопасиванию населения? Самые главные силы на сегодняшний день, вот на данный момент, брошены на то, чтобы защитить дома и не дать огню распространиться. Больше 500 человек сейчас у нас задействовано в ликвидации. Это и спасатели, огнеборцы, местные исполнительные органы, Национальной гвардии. Марина, я вас перебью. Скажите, вот этот пожар, он сейчас конкретно этому населенному пункту угрожает? Основную угрозу нам удалось снять. Теперь боремся с загоранием травы и кустарником, которое буквально охватило близлежащие горы. Ну, вы сами видите, что село Каменный карьер окутано смогом. Здесь дышать достаточно проблематично. Вот сейчас едет полицейская машина. Службы правопорядка патрулируют территорию и не допускают сюда лишний транспорт. А мне хочется отметить, что сейчас в Восточном Казахстане бушуют 4 крупных лесостепных пожара с общей площадью больше 1000 гектаров. Сотрудники Казавиалесоохраны в Курчумском районе работают в горах в круглосуточном режиме. Гульнара. Благодарю. Я напомню, что на прямой связи со студией был наш корреспондент Вячеслав Ветлугин из Восточно-Казахстанской области.